Привет. Специально для тех, кто любит увидеть бревно в чужом, точнее, соринку в чужом глазу, а бревно в своем не видя. Я прям уверена, что все срущие в комменты на тему: «А, какая у тебя грязная духовка! Ой, у тебя на полу кошка размусолила губочку, а ты ее не убрала, и специально нам снимаешь на видео эту губочку. Сейчас мы тебе будем тыкать каждую мусоринку». Короче, я просто уверена, что у вас такой дикий срач у каждой и у каждого, что мама не горюй. Я сейчас вот более получаса потратила на то, чтобы этой хреновиной, которую мне подписчица подарила, попытаться отмыть. Причем эта хреновина при ту, которую можно отмыть, ну, допустим, шампунем Керастар от убежавшего супа или просто теплой водой. Она не взяла и не отмыла. А это вот, ну я не знаю, может быть там... Кошка, не надо меня царапать, а? Вот кошка тут царапает меня. Пришлось ноутбук закрыть, потому что она по клаве любит ходить. Я там работаю. Короче, забыла, как тут выходить в эту вспышку. Вот, я не помню, как там было. Может быть, оно слегка отмыло, и тут было потемнее. Но вот то, что мне давно хочется отмыть, и азелитом, кстати, я тоже пользовалась одно время, но он очень аллергенный, и мне от него очень хреново становится, и моя подружка точно так же им пыталась. В общем, он сначала помогал в некоторых местах, но вот с этим он так ни разу и не справился. Но вы, конечно, можете посрать в комменты своей ненавистью хейтерской и своими офигеть советами. А потом обсудить это на форуме Насиков, где уже 5 страниц насрали мои сетевые, не очень в кавычках, приятели. Вот. Меня больше все-таки напрягает именно вот эта штука, потому что здесь-то она чистенькая, практически без пятнышек, а вот с этой стороны... Вот. Хрен знает, чем их оттирать вообще. Ну, я что-то вот подумала, у бабушки была такая духовка электрическая, духовой шкаф, и в деревне такая же. И я думаю, что она изнутри даже нет, не духовка, давайте возьмем печку русскую. Внутри она вот примерно такая же, только в разы хуже, то место, где выпекаются пирожки. Не знаю, в деревнях это как-то мыли, может, там залой с водой можно это было все отмыть. Но вот не, я понимаю, что сейчас как бы ажиотаж на Насиках, осеннее обострение, 4,5 хейтера, которые узнали, что я их разбанила, и они пришли ко мне срать. И остальные люди вполне себе адекватные. Но что-то меня под конец немножко подзадолбали вы, товарищи, любители посрать. Ролик посвящен кошке. Нет, мы срём в комменты на тему пола. Кошка как бы животное, она не может так вот сразу все вам съесть и вырезать, да, вон там семена кабачковые, которые она ест. Хотя у нее мисочки регулярно моются. Но иногда бывает еды больше, чем мисочек. Вы можете подарить мне мисочку для кошечки, если вас сильно так папа болит. Я читала, что где-то, что вот можно это и уксусом как-то отмыть, горячим, что ли. Но у меня некоторые такие допотопные советские кастрюли-сковородки были в свое время, и чем я их только не пыталась отмыть, и как-то вот, ну, никак. Совсем никак. Но вы можете посудить в комментах и сказать: «Лёля, у тебя тот ролик был с очень жуткой грязной вот этой стенкой, а этот уже почище. Если ты 125 раз еще помоешь этой фиговиной для плит от Фаберлик, то, наверное, оно у тебя отмоется». Ну и чё, всем пока!